В Атырау из-за аномальной погоды сразу несколько микрорайонов и сел остались без электричества. А на участках республиканских трасс было ограничено движение общественного транспорта. В учебных заведениях отменили занятия. Учащихся школы и студентов перевели на дистанционное обучение. Сейчас в городе идет массовая уборка снега. Очищаются подъездные пути к селам Дамбы, Талхайран и Иркинхала. Также восстановлена подача электроэнергии. Как говорят чиновники, за 3-4 дня город полностью очистят от снега. За последние 6-7 лет такое впервые, чтобы в Атырау выпало так много снега. В данное время по городу в уборке улиц задействовано 76 единиц техники. Уже вывезено 2000 кубометров снега. Работа продолжается.